Дорогие братья и сестры, жители Видновской земли, с чувством большой радости поздравляю вас с праздником Светлого Христова Воскресения. Христос воскресе! Эти жизненные, радостные и праздничные слова звучат ныне по всем храмам Православной Церкви. Праздник Светлого Христова Воскресения – день, когда мы празднуем победу Христа над смертью. День, когда мы со всей радостью и полнотою прославляем Господа, который нас ради человек и нашего ради спасения шел с небес. Шел, проповедовал, приняв плоть человеческую, исцеляя грех, который вошел в человечество с момента грехопадения Адамова, принеся себя в жертву на кресте ради спасения и искупления всего рода человеческого. И удостоверяя нас в том, что Он не просто учитель, не просто великий проповедник, но в том, что Он всемогущий Бог, Господь на третий день после своего страдания и смерти воскресает. Его душа возвращается в его божественное тело, и Христос делится своей радостью, своей благодатью и со своими учениками, и со своей пречистой Матерью. И эта радость с того времени доходит до каждого верующего во Христа человека. «Если Христос не воскрес, то тщетна вера наша», напишет спустя несколько лет апостол Павел. И действительно, если бы не было воскресения Христова, то и вера христианская, наверное, была какая-то не совсем такая. Она не была бы той действительно всемирной верой, религией, которая связывает человека с Богом. Я с большой радостью в этот праздничный день поздравляю всех вас. Призываю на всех вас Божие благословение. Пусть воскресший Христос Спаситель укрепит каждого из нас в жизни по заповедям Божьим. Пусть благодать Божья, которая воссияла в этот день от светоносного гроба Христова, укрепляет всех нас. И Господь будет с нами, если мы будем стремиться жить по Его святым заповедям. Воистину воскресе!